18 марта 2021 года в 1 час 36 минут ночи в дежурную часть МВД России Советский поступило сообщение от местного жителя города Советска о подозрительном автомашине Mazda светлого цвета, который водитель, как показалось заявителю, вел себя неадекватно. Данная информация была передана дежурному экипажу ГИБДД МВД России Советский в составе старшего лейтенанта полиции инспектора ДПС Шакалова Александра Сергеевича и лейтенанта полиции Селиченко Александра Григорьевича. При обследовании улиц города Советска в районе площади Жукова на улице Шевченко был обнаружен автомобиль Mazda белого цвета. При попытке остановить данный автомобиль при помощи громкоговорящей специальной сигнализации водитель проигнорировал требования сотрудников. Также водителю было предложено на громкоговорящей связи принять вправо и остановиться, на что водитель увеличил скорость движения и двинулся по улице Тимирязева в сторону Неманского шоссе, где в районе садоводческого общества «Дружба» развернулся и проследовал опять в сторону города Советска, в сторону площади Шевченко. Сотрудники ДПС МВД России Советский неоднократно в громкоговорящей связи предлагали водителю автомашины Mazda требования об остановке. Водитель их проигнорировал, вследствие чего и также ему по громкоговорящей связи доводилась информация, что в отношении него будет сейчас применено оружие. Водитель также проигнорировал. В районе улицы дома номер 57 на улице Тимирязева сотрудник дорожно-патрульной службы произвел 3 предупредительных выстрела в воздух. Автомобиль Mazda также проигнорировал. После чего было принято решение на частичное повреждение транспортного средства, ввиду того, чтобы не допустить наезда на, скажем, пешеходов, которые либо транспортные средства, чтобы 5 выстрелами было повреждено 2 задних колеса, и в одном из дворов на улице Каштановой автомобиль Mazda был остановлен. В салоне автомобиля находились 2 гражданина города Советска, за рулем которой машина находился житель города Советска, который нами в течение года неоднократно задерживался за управление в состоянии алкогольного опьянения. В 2020 году он был подвергнут уголовному наказанию в виде по статье 264 прим. 1 по повторному управлению транспортным средством в состоянии опьянения, алкогольного опьянения либо отказ. Данный гражданин от прохождения медицинского свидетельства не отказался, на что на него был составлен административный протокол по 12.26. Также в отношении него был составлен административный протокол по 19.3 невыполнения законного требования сотрудника полиции, после чего на место была вызвана следственно-оперативная группа, где произведено документировано. Человека доставили в МВД России Советский, после чего его доставили в суд, где суд принял решение об административном задержании за невыполнение законного требования сотрудника полиции на 15 суток. Начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России Советский, майор полиции Гречкин Евгений Петрович. Опасный маневр, выход на встречную полосу. Мы едем по Тимирязеву, скажи. Меняй табельное оружие на поражение.
патроны кончились. А не бежишь? Останавливаемся, Мазда! Останавливаемся, говорю, прижимаемся вправо! Васильская движется. В сторону улицы Липовая. Останавливаемся! Третий. Мы на Тимирязево сюда заехали, где кочегарка здесь. Видим, наверное.